Дорогие друзья, в Новый год мы ждем чуда. Нас с детства проинструктировали, что должно случиться чудо. И чудом было бы, конечно, чувство счастья. Но вот я, к сожалению, плохой Дед Мороз. И с подобными номерами выступать не умею. Но я точно знаю, что мгновение счастья – это то, что в наших силах. То, что мы можем дарить друг другу, то, что мы можем испытывать. И мне очень хочется, чтобы сегодняшний день, ночь, эти 12 часов, которые там куранты бьют и так далее, чтобы у вас было внутреннее ощущение счастья. Прошлое закончилось, будущее еще не наступило. Есть настоящее. И в этом настоящем мы имеем право радоваться. Радоваться своим близким, своим действиям, что мы сделали, с чем мы справились, что мы преодолели. И радоваться моменту. Может быть, это самое главное во времени, когда все меняется, и все совсем все непонятно. Я хочу, чтобы вы находили всегда в себе силу и решимость говорить: так, стоп, прошлое уже закончилось, будущее еще не наступило, я здесь и сейчас, и я хочу испытывать радость. С Новым годом!